Потерялся в магазине? Подойди скорее к кассиру. Даже глазом не моргнешь, и терялся мальчик, Сеня он ждет. Как родителей найдешь? Если в городе чужом, ни в подъезд, ни в чей-то дом, заходить не торопись. Лучше встань и оглянись. Остановка и аптека, магазин, а здесь кино. Обратиться к фармацевту очень просто и легко. Парк культуры, зоопарк, потеряться только так. Вы условьтесь, где встречаться, коль случится потеряться. Знать об этом должен каждый. Безопасность – это важно.